Всем привет, с вами Брейдзу, и со мной сегодня Матвей Егор. Лакер Чиховый. Ты тоже записываешь видео лично? Да. Опа, какаться! Что, он уже идет? Он в той комнате! А, нет. А, да. Стоп, тихо. Ты его видишь? Чё? Ты его видишь? Я чё не слышу. Видишь? Я понял. Нашёл меня. Короче, тебя убили на моих глазах. На моих глазах. Hello, motherfucker. Блин! Ты этого не слышал, но я сейчас так заорал. Я тут еще одну деталь нашел. А кто меня убил, я не понял даже. Короче, ребят, цель игры такова, надо, короче, собирать детали и гоняться от монстра. То есть монстр гоняется за нами, а мы гоняемся от него. Ну и вот вся суть игры, надо собирать детали. После чего делать их в лифт, ну то есть собирать их в лифту. Ну, то есть мы чиним лифт. И после этого сбегаем с хорошей концовкой. Вот так вот. Здорово. Привет. Ой. О, ой. Пожалуйста. Пожалуйста. А ну иди сюда, говно собачье, засранец вонючий. Так. Здесь где-то рядом этот дебил! Пипец, я сейчас так обосрался. Кстати, можно определить Спрингмена по звукам. По звукам. Короче, аккумулятор, короче, иди ко мне, короче, здесь аккумулятор есть. Ты возьмешь аккумулятор, а я возьму деталь другую, которая у меня сейчас в руках, кстати. Или нет? У меня сейчас прям Спрингмен появился, я как-то его перешел, короче. Он меня даже не успел. Это как? Ой-ой-ой. Ай. Мне кажется, что мы не пройдем. Там, короче, запчасть. Я, короче, сдох, и эта запчасть упала в бездну. И все. Вот таким вот образом мы проиграли всю игру. Эта тварь здесь. Я сейчас серьезно. Юху. Опа, вот и она. И оно. Я иду в самое начало, чтобы установить деталь. Короче, фиолетовые значки на карте, это, короче, этот, запчасти. Да. Я только недавно это узнал. Осталась последняя запчасть. Здорово. Всё. Юху, мы прошли! Yeah.